Здравствуйте. Меня зовут Наталья Абросимова. Я живу в городе Ярославле и работаю в Ярославской областной библиотеке. Сегодня я хочу рассказать вам историю, как в мою жизнь вошел чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Было это примерно в году 2013 или в начале 2014, когда я на просторах интернета увидела информацию о том, что где-то кто-то проводит чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Интересно, подумала я. Подумала и написала об этом на Яр-портале. Ну, завязалась бурная дискуссия о том, что это за формат, появились противники и самого названия «Открой рот», что это за безобразие, и читчиков надо называть не читчиками, а чтецами. Ну, в общем, все как обычно. И тут в наше обсуждение ворвался лично Михаил Фаустов с разъяснениями своей идеи. И в результате этой дискуссии все-таки мы решили в Ярославле чемпионат организовать. Первый отборочный тур прошел в 2014 году. И на память об этом у меня сохранился флаер. Сейчас я вам покажу. Вот так вот он выглядел. Такая ярко-зеленое оформление на черном фоне. И тогда в отборочном туре, в первом отборочном туре, победила Ася Чистякова, которая случайно проходила мимо, увидела, что здесь какое-то мероприятие, присоединилась, ну и в результате стала первым нашим чемпионом по «Открой рот» в Ярославле. Были и другие люди, и, возможно, о них мы еще потом поговорим. И попросим их тоже записать видеообращение. Ну, в общем, с 2014 года в Ярославле проводится чемпионат по чтению вслух «Открой рот», и уже 8-й раз мы его будем проводить. За это время я лично была и организатором, и читчиком, и членом жюри. Самое волнительное – это, конечно, читать незнакомые тексты, адреналин зашкаливает, голос дрожит, руки тоже немножко подрагивают. Но это того стоит. Это хорошие эмоции, бодрящие. И что хочется сказать? Хочется сказать, что если в вашем городе не проводится «Открой рот», то обязательно его организуйте. Если же «Открой рот» у вас проводится, то обязательно примите участие и почитайте. Если же вас пригласят в жюри, то вы просто молодец. Итак, чемпионату по чтению вслух исполнилось 10 лет. Чемпионат шагает по стране и уже постепенно выходит за его границы. Конечно же, я хочу пожелать, чтобы сама идея жила долго. Ну, пусть она живет вечно. Идея чтения незнакомых текстов, идея собрания в одном месте людей, которые любят читать, которые любят интересно проводить время, которые хотят познакомиться с такими же людьми и найти единомышленников. И я хочу, чтобы все это было. И я со своей стороны готова приложить максимум усилий для того, чтобы это было. Хочу пожелать «Открой рот» расширения географии и захвата всего мира. Не знаю, что я лично могу в этом плане сделать, но если что-то надо, скажите, я сделаю. Хочу отдельное спасибо сказать Михаилу Фаустову. Миша, спасибо тебе за все то, что ты делаешь. Ты молодец, ты классный. Пусть все у тебя будет хорошо. Ну и подводя итоги.
чемпионату по чтению вслух «Открой рот» долгие лета. И всего самого доброго. Всем пока!